Кто не работает, тот ест. Все чаще в средствах массовой информации появляются публикации о введении базового дохода для россиян. Его планируют платить всем гражданам за то, что они живут в нашей стране. По данным «Комсомольской правды», просто так готовы получать деньги более 70% опрошенных. Как пассивный доход скажется на благополучие граждан, расскажет Кирилл Комаровских. Кирилл, ну сколько там хотят платить россиянам? Пока называют сумму в 10 тысяч рублей. На первый взгляд это кажется достаточно несущественно, но давайте посчитаем. Всего в России живут 146 миллионов человек. И если каждому ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей, то в год это обойдется государству в 17,5 триллионов рублей. А все доходы федерального бюджета в следующем году составят 35 триллионов рублей. То есть пришлось бы потратить половину казны только на выплаты базового дохода. Это, собственно, невозможно. Дарить деньги могут только высокодоходные страны. Это, например, Лихтенштейн, Люксембург и Монако. Но даже там это отдаленная перспектива. Думаю, что подобный маневр совершится не раньше, чем через 5-10 лет, еще раз повторяю, в высокодоходных странах. А дальше пойдет уже по цепочке, и, наверное, к концу века процентов 70 людей будут получать базовый доход. А не будут ли легкие деньги, так скажем, расхолаживать людей? Ну, вот здесь мнения разделились. Наш прежний эксперт считает, что ежемесячная выплата сделает людей разборчивее в выборе работы, потому что будет некая подушка безопасности. А, следовательно, вырастет и уровень жизни. А вот психолог рассказала, что люди начнут деградировать и даже станут рабами государства. С одной стороны, да, государство, так сказать, привязывает к себе, лишая человека... как сказать, немножко самостоятельности, что ли. Да, а потом мы говорим, опять же, нашу любимую песню о том, что такими людьми проще управлять и все остальное. Ну, как бы, да, проще. И да, люди идут на это с удовольствием, получают эти деньги и говорят, что ну, окей, давайте. Мной проще управлять, но я возьму. Ну, а помимо неочевидно, есть ли какая-то практическая польза для государства? Безусловно. Первое – это смягчение проблемы безработицы. Нет работы, соответственно, нет денег платить кредиты, и от этого страдает банковский сектор. Второе – борьба с неравенством в доходах. С увеличением неравенства замедляется рост ВВП. Ну и третье – это научно-технический прогресс. Кассиров, например, все чаще вытесняют автоматы самообслуживания. Если будет базовый доход, им станет спокойнее, уверяют власти, но не все с этим согласны. Это то, что нам рисуют. То есть это нам рисуют, что вот это вот для безопасности там, этих людей. А внедрение всех этих, собственно говоря, технологий, которые на сегодняшний день есть, вот именно эти технологии, они виноваты в том, что будет происходить в будущем. Куча профессий станет ненужными. Ну а что о базовом доходе говорят в высоких кабинетах? В 2020 году идею поддержал нынешний зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Годом позже Алексей Кудрин, он на тот момент был главой счетной палаты, заявил, что в перспективе выплата станет реальностью. Кстати, примечательно, что ровно год назад Софет освободил Кудрина с поста. Как интересно. Ну что, посмотрим, может быть, и будем получать по 10 тысяч все. Спасибо, Кирилл, за информацию, но мы продолжаем.